Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы с Атреем и с Кратосом попали в такое место. Ребята, это просто вот здесь олень был. Олень, он был и есть. Мы забрали сундук. Забрали сундук, пришли вон оттуда. Очень долго бродили по этим головоломкам, по всяким. Но мы справились. И сейчас предлагаю разбить, еще пойти посмотреть. Он живой, нет? Да подожди, он стоит же, не живой, все. Ну-ка, Атрей, посвети. Сын, давай быстрее, быстрее стреляй. Да ты попади хотя бы по нему. Так, мы подсветили здесь, ну, что это дает? Ничего не дает, ничего здесь нету. Ну-ка, почитай. Прочесть можешь? О, это Дуратрон, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Этого я не знаю. Так, давай туда свети. Лиоста, давай открываем уже дверь. Без всяких Лиосты, бейся просто, кидай в него, руби, ломай. В смысле меня ударили? Ты чё, блин? Эй, держи так. А как так он мне столько хп снес? Так, ладно, давай стреляй, сын. Стреляй по этим кристальчикам. Мы сейчас осветим здесь путь и пройдем как надо. Я пока не понимаю, вот здесь нужен кристалл. Ладно, это мы прочитаем. Вот эти как открывать? Кровавые. Кровавый как открыть? Да не работает. Потом со стеклами, с зеркалами, короче, двери тоже я не знаю, как открыть. Так, стоят. Иди сюда. Стоишь тут. И на тебя зажал у стенки. Получай. Ну, я слышу, где-то он кряхтит сзади, вон там. Да не вопрос, иди сюда. Подожди. Есть у меня для тебя вот такой ударчик. На вершину, конечно. Ищем путь наверх. Ладно, понятно. Понятно, что мы тут половину не можем открыть. Ну-ка, стрельни вон туда. Там наверх надо, я понял. Давай здесь посмотрим. И сюда еще идем. Подожди, а куда лучше? Куда лучше-то идти? Я пока не знаю. Ладно, пошли. Пошли вниз сходим. Чувствую я, что здесь какая-то маленькая пещера. О, сундук. Слушай, отлично, его открыть можно легко. Прочная сталь. Ребята, это хорошо. У нас такую требуют. Нам вообще много чего надо, в принципе, насобирать. А больше-то здесь ничего и нету, по факту. Так что я правильно сделал, что сюда зашел. И мы можем благополучно выходить дальше. Все, идем. Да залезай уже, что ты боишься, блин? Все, куда-то залезть или что? Кратос самый крутой. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет, то, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Ну? Откуда она знала, что гора великанов это? Давай читай вон там, смотри, тебе руны. Кто еще, как не ты, кажется, будешь читать? Читай быстро. Разве? То есть ужас. Добавлена легенда. Сейчас давай посмотрим. Гора ужаса. Хреслир. Кто или что может называться ужасом? А я откуда знаю? Что-то ужасное, наверное, может ужасом называться. Как бы тавтологично это не было. Ну-ка, а как ведро сбить? А всего лишь надо прыгнуть вниз, взять топор. Что это?
и разрубать. Странно. Туда это швырнуть свеча, его повыше. Нитками и какая-то шкура. Может, да, блин. Это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Вот именно, там что-то цепляешь фигню какую-то. Нахер тебе это надо? Мёртвым свет не нужен. Смотри в оба. Пацан, надо самое важное тут делать. Не надо тут зацикливаться. Вот стоят. Надо их тащить, пока он стоит. Никого не трогай. Топор верните. Так, вниз. А оно мне надо туда вниз? Там еще кто-то стоит. Так, подожди. Не, давай поверху пока пройдем. Ну-ка, крутани. Так. Стоп. Ну, что-то слишком большая территория. Мне кажется, надо все-таки пока здесь изучить. Это, наверное, крайнее движение будет туда. Мне кажется, мы здесь что-то не забрали. Надо забрать все, что здесь есть интересное. Что такое? А вот опять цепочка какая-то. Стоп, а там сундук какой-то внизу. Я там был, нет? Ну-ка, вернись. Сундучело стоит, ребята. Я чуть мимо не прошел. Я, мне кажется, в те ворота зашел и все, и до свидания. Больше ты ничего не увидишь. Поэтому надо здесь как-то именно избирать путь. Избирать. Ну, я же просто... Ладно. Так, Атрей, давай не будем разглагольствовать. Пошли, у нас еще есть цепочка вниз, вот сюда куда-то. Идем, здесь, наверное, что-то найдем, сокровище какое-то хорошее. Может, какую, не знаю, штучку интересную. Все будет видно, давай, пошли. А, так подожди, мы отсюда же пришли. Мы пришли, здесь делать больше нечего. А где камень взять? Мне нужен камень. Вот сюда мне нужен камень, прочитать. Где его взять? Еще раз вопрос. Ну-ка, открой. А, подожди, мы здесь были? А, это мы отсюда пришли. А здесь был или нет камень? Я что-то забыл. Мы можем камень отсюда притащить? Ну-ка. Так, нет, это слишком далеко. Мы камень-то можем притащить или нет откуда-нибудь отсюда? Здесь его нету. А где его взять там? Почему там он, место есть для него, а камня нету? Что за затуп? Надо найти камень. А, подожди, подожди. А, нет, вот сюда и надо его ставить. А где сам камень? Сам камень дайте нам. Либо туда, либо сюда. Все одинаково. Хочешь зайду здесь, хочешь тут. А камушка-то и нет. Так, ну здесь это долго все это ползти. Можно было проще там. Ну ладно, раз уж полез, буду лезть здесь. Может быть, я здесь куда не сходил? Ну-ка, пацан, иди, ищи камень, найди, пожалуйста, а. Камушек, камушек. Так. А, ну все, это вот вниз опять. Ну и без вариантов, просто идем, открываем дверь. Я тогда не понял, как камень искать. Здесь уже выход, я думаю, что все, ворота сейчас закроются, и мы больше назад не попадем. Слишком большая локация здесь, смотри. Сердце горы. Что это такое? Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Ну-ка, ворота закрыли. Ворота закрыли, конечно же. Хотя их можно открыть еще. Если мы здесь найдем камень, то, в принципе, я могу туда прогуляться обратно. Так,
Подожди, стоячий. Есть ходячий, есть стоячий. Что-то перевозили. Ну давай осмотримся. Вот аптечку надо взять обязательно. Обязательно, потому что меня подбили маленько. Вот такие не могу я открывать. Что это? Как это открыть? Как не нажимаешь, оно не открывается. Заперто. Я фиг его знает, как открывать это. Таких уже, не знаю, попалось штуки 3 точно. Читай. Читай давай. Ладно. Чтец. Пацан умеет читать, пусть Странно. Читает. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай мы допишем. Нет. Понял? Сразу нет. Все, батя сказал нет, значит нет. Нам некогда, пацан, разбираться с этим. Дописывать еще что-то. Пусть сами там решают, пусть сами пишут. Давай лучше еще осмотримся. А, вот еще стоят, смотри. Но они все не живые. И слава богу, да, если бы они были живые, они мне накостыляли бы сейчас моментально. Ну-ка, может, камень можно где-то выбить? А куда идти? Ну, пока идем, я думаю, что осмотрим. Сундучело, давай забираем все, что там есть в нем. А, серебро 1200, почти 1300, ничего себе. Вот это находка. Опять вот эта штука, как ее прошибать? Это капец. Это просто трындец. Там, в принципе, смотри, есть что-то лежит. Что-то лежит, можно взять. Но мне не дают. Наверху. Где что наверху? Вагонетку. Она ведь пригодится? Что надо... Что ты хочешь? Что надо сделать? Так, цепочка. Цепочка, цепочка. Не, погоди, нам что-то не так надо сделать. Туда наверх, может быть, как-то запрыгнуть. Ну-ка, давай еще раз осмотримся. Здесь все проще должно решаться. Подожди. Давай с самого начала вернемся. С самого начала вернемся и что-то придумаем. А колесо? Что за колесо? Ну-ка, еще раз. Ну-ка, подходим. Мы с самого входа не увидели колесо. Кажется, давай. Я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Ты куда? Вытащить собрался, ты что делаешь? Все, долбанулось что-то там. Нет, похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Зачем извиняться, если натворил, что теперь делать-то? Ну ничего страшного. Давай покрутим еще. Освободите цепь. Не идет. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Тихо, тихо, там ну, чуваки, смотри, вывалились из этой дырки. На! Я попал? Нет? Не попал. Ну-ка, Трей, постреляй по нему. Что с этим краухом? Есть. Топор, быстрее, быстрее, топор. Не, главное, в руки сюда. Давай, давай, рубай его. Тихо, 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 тихо. Стреляй, стреляй посильнее, стреляй в него, как надо. Следующего я попробую взять на себя. Бамс, готов. Следующий, наверху стоит. Да идите вы нафиг. Не попал, не попал. Все четко. Подожди, ну бьют, пытаются бить. Да на, получи уже, развернись, Кратос, ты че стоишь? Тебя бьют, а ты стоишь. Ничего, или все? А, вот этот, подожди, дерзкий, смотри, налетел просто. Да я вижу уже, блин. Лучше стреляй по нему, чем так вот кричать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, подожди. Ну-ка, обратно. Прикинь, топор обратно возвращался, его просто убил нафиг. Надо достать веревку из-под завала. Пошли вот сюда, они где-то... Может, веревку, давай веревка. Где веревка была на подзавале увидим. Там? Увидим.
Подзавалена веревка. Мне кажется, надо туда идти, в пещеру в эту. Давай, пошли, открыла здесь. Топор возьму сейчас и идем спокойненько. Спокойненько, разгребая все, что впереди. Разгребая, как это все должно быть. Думал, иди... А это кто? А Брок, откуда ты здесь взялся-то? Ё-моё. Он вообще тусуется везде. Нагрудная броня. Ну-ка, давай посмотрим. Чё... Что там дают? Может быть, что-то новое? Офигеть, 26 защиты. Плюс сила еще 4. Это круче, чем наше все. 12,6. А плечи древних? А как взять рубленное серебро, сердце древнего? Надо еще древнего двоих таких завалить, тогда у нас будет плечи вот это крутое. Или можно вот это создать, смотри, рубленное серебро. Можно, можно, металлические наплечники. Ну тоже добавляет нормально, а? Давай их сделаем. Хоть и 12,800 стоит, может быть стоит сделать, у нас 16,300. Сделаем, останется всего 4000 серебра, но зато... Зато добавится 12 к защите, 6 к силе. Ну не так много, блин, ну пока мы древнего не... Давай создадим, пофиг, давай, давай делай. Как одеть их теперь? Выбрать. Все, я их одел. Броня для рук. А вот сейчас нам не хватит ни на что. Надо побольше серебра просто собирать. Можно было, ребята, все. Ну просто надо серебра теперь. Ладно, толку ну нету, что? Пошли. Там осталось-то серебра чуть-чуть. Меня крупицу мудрости? Ладно, мы насобираем зато. Я потом приду и сделаем. Все, Брок, не тусуйся, короче говоря, здесь пока. Иди домой, отдыхай. Ой, тут все огромное. Вот серебра ясное наберу. Дело. Видал, 400 сразу. Как он здесь оказался? Это пипец вообще просто. Сундук. Ребята, сундук, откуда здесь сундук? Как туда пройти? Я хочу этот сундук, он внизу где-то лежит. Мне туда просто так не попасть, мне не дают. Хорошо, я понял. Есть вариант идти вот сюда, в эту пещерку небольшую. Может, правда, я туда смогу попасть? Или мы вообще куда-то в другое место выходим? Нет, я к этому сундуку и вышел, походу. Нет, к другому сундуку. А как мне к тому попасть? Я хочу тот взять. Ух ты, 1300 серебра. Ребят, круто. Набираем серебра. Так, попади. А вон тот сундук, ё-моё. Мы нормально попали. Идем, открываем. Все, мы правильно шли. Еще кучу серебра, ну... Прочная сталь. Символ неотступности. Наверное, это нам все надо это. А здесь куда вышли? Подожди, вот тут можно швырнуть. Здесь видно, что надо швырять. Что делать? Где открывает? Ловушки. Ловушки. Смогу ли я пробежать? Если я смогу зарядить. Есть. Посильней. Ладно. Давай еще раз зарядим. Нет, не попал. Давай еще. Можно два раза. Побежал. Ну, расходитесь быстрее. Да расходитесь, топор взял. Как он здесь уже оказался? Пацан, ты чё? Пацан быстрее меня пришел. Так, ладно, с этими дверями я знаю, как надо вот сюда, где топоры бились уже. Просто берешь и открываешь. Хорошо, стоит. Стоит чувак. На. А, это... Это не знаю, как пока открывается. Стоит еще один чувак. На. А, ты жив, да, был? Был когда-то. Так, кто еще? Какая еще тварь хочет со мной посражаться? Ах ты, блин, ты посмотри какой, а. Сильный попался, подожди. А трей, твой выход. Там еще наверху где-то фигарит, где он? Ай, блин, прилетит сейчас. Ну-ка, давай, бей. Ну все, этот, до свидания. Так, цепочку может Атрей только скинуть. Как? Теперь вопрос как? Вон еще кто-то, смотри, ползет, ползучий. Ах ты, твареныш, иди сюда. Вылезай, сказал. Куда ты спрятался? На. Блин, я сейчас подойду к тебе.
Да как так его вытащить, да? Я попал в него или нет? Я ж попал почти. На. Да что такой живучий-то, а? Так, аптечку можно взять. А все, вон вывалилось что-то с него, да? Так, что забрать? Рубленное серебро. 3400, ничего себе. Эмблема храбрости. Не знаю пока, что с ней делать. Забираем. Чешуя мирового змея. Пойдет 6 штук собрал. Прочная сталь. Там можно будет развить, нам потом все будет суперски. Так, ломай здесь все, Кратос, круши. Нам надо, главное, найти полезные вещи. Стоп, надо оглядеться по сторонам. Иногда вверху можно какие-нибудь камушки задействовать. Но не сегодня, не сегодня. Так, здесь что-то можно подвинуть, подожди. Она тяжелая. Да, смогу. Куда? Куда мы это... А, так я это могу разбить. Я вижу. Да вижу, вижу, сейчас сделаем. Бамс, поехали дальше. И раздолбаем ворота. Отходи, Атрей, сейчас все сломается здесь. Бам! Нет, все, все, мы уперлись, да? Уперлись, ладно, я сейчас залез... А, подожди, давай не будем залезать наверх, давай сначала проверим. Проверим все. Где топор? Рубленое серебро. Ладно, аптечку оставим. Может, вдруг... через те большие врата? Ну куда? Где? Ты покажи, какие врата. Вот врата. А как мне туда попасть? Они же не открываются нифига. Где? Куда стрельнуть, чтобы все открылось? Погоди, мне кажется, вот... А, стоп, стрельни, стрельни по кристаллу. Подожди, пацан, пацан, стрельни. Хорошо, что включилось? Что включилось? Вот подсветка, вон туда надо, все. Вот, видишь? Вот сюда как-то надо запрыгнуть. Вот тебе подсветка. Как я это должен сделать? Как я туда должен прыгнуть? Можешь обратно надо тогда двинуть? Ну-ка. Стоп, 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 не надо так сильно. Да погоди, куда ты потолкал? Ну-ка верни обратно. Все, хорош, хорош. Ну и залезай, а что тут все просто? Что тут все вообще просто? Сюда сможем зайти? Нет. Сюда не зашел. Разбиваем. Вот еще какая-то пещера. Мне кажется, там еще был ход. Короче, я уже начал путаться. Смотри, еще фонарь. Сломан, брось его. Но зачем они нужны? У них есть что-то особенное. Я точно знаю. Я начал путаться. Так, надо цепочку как-то скинуть туда. Нафиг она здесь нужна? Вот, ну нам туда, подожди, может быть туда пока не надо. Давай здесь пройдем, вот ворота какие-то. Открывай. Капец, я что-то запутался, ну-ка, давай вот это сломаем. Ну там мы спустимся, я там был. А, стоп, стоп, здесь что-то можно сделать. Вот, давай ворота откроем. Обязательно, пускай будут открыты, мы уже там решим. Вот протолкать можно дальше. Все, супер, пошли. Значит, здесь пройдем сейчас. Протолкаем эту штуку. Мы как раз туда и вышли. Так, а здесь что? Сундук. Сундук, как наверх залезть? Как наверх туда залезть? Стоп, можно вот этот мост уронить по-любому. Оп, или что там уронилось? Ну-ка, заходим. Как зайти? Чё он не идёт? Да иди уже вперед. Не идет туда, не хочет. Ну-ка, пацан, стрельни туда. Мы все это активировали, да?
Все это активировано. Нам бы туда вот залезть и сундук вон тот забрать. Пока не знаю как. Пока не знаю, но попробуем что-то придумать. Топор дай. Вот сюда бы наверх. Почему он не идет? Здесь же можно залезть, по идее-то. Значит, не запланировано. Не запланировано. Ладно. Давай сюда. Если я отодвину назад, сможем ли мы куда-нибудь забраться? А, стоп, это что за дверь? Вот это что за дверь? Ну-ка, открывай. Здесь просто тайник. Вверх дном, чаши. Я какую-то чашу нашел, опыта получил. Все, это все надо. Так, хорошо. Где еще? Туда как залезть? Почему Атрей не может мне цепочку скинуть? Он же мог бы там уже где-нибудь залезть давно быть. Это кто? Это что за живность тут? Она мертвая, походу, лежит. Так, ладно. Топор взял. Топор взял, страшно становится. Лежит мертвая живность. А как я ее не увидел до этого? Мы же здесь бродили, прикинь, я что, мимо вот так прошел, что ли? Я не обратил внимания. А, мы пошли налево потом, я понял. Мы вот сюда пошли. Не, хорошо, ладно, с этим понятно. Как туда, к тому сундуку пробраться, я вот не понял нифига. А, вот это мы можем толкнуть. Это мы толкнем, потому что ворота открылись основные, вот эти большие. И мы куда-то туда можем выкатиться. Но как тот сундук взять? Я хочу все-таки его взять. Все, Кратос, хорош, наверное, уже толкать. Нет, назад не надо, притолкай как надо. Так, цепочка есть, наверх есть. Это опять не открывается. А, вот мы откуда вышли, да? В принципе, мы, короче, ходим по кругу. Ходим по кругу. Пока не пойму, надо что сделать. Но мы ее притолкали. Так, погоди, знаешь, что надо сделать? Я вот подумал, мы же вот эту телегу-то толкали, надо ее... Вот сюда, ребята, надо ее притолкать, потому что вот тут, по-моему, можно залезть. Ну-ка. Мне кажется, мы вон там не были наверху, вот здесь. Отойди. Ты почти достал. Точно, я запрыгнул. Давай быстрее сюда, лезь ко мне. Давай, залезай, залезай. Все получится. Сундук, отлично. Ну точно, мы здесь не были. Пикирующие соколы, рунный призыв, вызов стаи соколов, пикирующих с небес на землю. Ну-ка, разворотим здесь все. Цепочка, смотри, можно ее туда сбить. Ну, она, в принципе, нам сейчас не нужна, это просто дополнительный выход. Жизни целые, так, это пока не надо. Тяжело, а вот будет. Чё тяжело-то будет? Ничего тяжело не будет. Вот веревка, кстати, которую он говорит, что надо типа отрезать. Лежит огромный булыжник, камень. Ну-ка, давай попробуем, мы сможем его убрать, что ли? Да ну, правда, что ли? Вот это у Кратоса силище просто неимоверное. Офигеть. Вон его придавило, получается. Вот веревку придавило камнем этим огромным. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Конечно, поднимемся. Найдите путь наверх. А, ну теперь нам надо туда слезть вниз. Где мы цепочку здесь бросили? А, ну можно просто спрыгнуть. Так, опа, это кто? Ты что за громила такой? Так, ну я, в принципе, попал в него. Попал, жизни маленечко отобрал. Так, 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 тихо, ты чё, здоровяк? Пошел нафиг. Пошел нафиг, здоровяк. Атрей, стреляй в него.
Это тролль! Мы уже бились с троллем. Стреляй еще в него. Да стреляй, стреляй сильней. А то он меня сейчас шарахнет. Так, я могу, в принципе, обижать здесь. Спокойно. Стреляй еще. Есть. Ну, почти пол хп снес. Мал. Надо ему побольше снести. Тихо, тихо, он топает. Давай я с другой стороны опять обойду. Атрей, стреляй, 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 стреляй. Отвлекай его, я буду еще кидать в него. Побежал, побежал, чтобы он меня не раздавил. Ах ты толстый тролль, здоровый, получи. Все, пол хп уже точно снесли. Он морозит, смотри, он же меня может заморозить. Тихо, тихо, тихо. Я опять иду с этой стороны. А, смотри, черти начали появляться. Да пошел ты нафиг. Ты вот сейчас точно тут не нужен нам. Атрей, стреляй в них. А я пока в него заряжу мимо. Хотя тоже попал там другого. Давай, через него пролетает прям топор. Обратно, есть. Стреляй, 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 стреляй. Сейчас он упадет или... О, он меня зацепил. Надо аптечку взять. Аптечечку. Да еще вот так делаем. Валим. Серебра по пути схватил. Ай, топор, топор, сюда. А если ярость рублю? Ну-ка, погнали. Давай, 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 мы сейчас его повалим. Есть. Ну давай уже, цепляй. Ярость вырубай, цепляй его как надо. А чё не добивает-то? Добей. Вон он упал. И камешек свой бросил. Так, нам, смотри, назад много чего дали. Так, легендарный предмет, сверхъестественный материал, сочетающий... А, замерзшее пламя нам надо, да, использовать для улучшения топора. Нам, по-моему, одну или две штуки таких надо. Так. Ну-ка, зачитаем. Ярн Фоутр. Это тролль такой. Мама говорила, что раньше этот тролль жил в сердце горы вместе с великанами, но в конце концов они его выгнали. Могу их понять. Кому понравится жить рядом с троллем? А когда великаны ушли, он вернулся. Вот такого тролля мы завалили. Река ножей. Сокрушительный бросок веера ледяных осколков, наносящий урон от холода и подбрасывающих врагов в воздух. Мы этих штук набрали, уже рун очень много. Так, цели. Улучшение Левиафана. 2 из 5. Надо еще сделать. Замерзшее пламя. Если 5 штук найдем, дадут опыта побольше там. Дадут опыта нам много. Так. А куда теперь нам идти? Что крутить? Топор. Топор верните. Здесь почему-то не разбито все. Так. Давай крутанем. Теперь мы освободили веревку. Конечно, работает, мы же сделали все. И мы поднимаемся, прикинь. Вот и крюк. Это противовес был, крюк. А, это крюк спустился. А что теперь сделать-то надо? Может, сбить его надо или зафиксировать что-нибудь? Ну-ка. Если я отпущу, что будет? Он уйдет опять вот обратно. Опять. Зацепиться бы за этот крюк, мы бы вмиг добрались до вершины. Ну а как зацепиться? Цепляйся, Атрей. Как зацепиться теперь? Ну я даже не знаю, куда он может топор швырнуть-то. Ну-ка посмотри. Может, в противовес куда-нибудь шарахнуть. Давай. Не долетел. Давай еще, куда можно кинуть? Не долетает. Так, а как тогда? А, вот подожди, можно механизм же вот этот заморозить. Все, отпускай. Давай цепляться, как мы можем за него зацепиться? А, я топор взял, зря. Зря взял топор. Давай еще раз крутанем. Да тормози, слишком быстро все улетело обратно. Крутим.
противовес уехал наверх, и крюк спустился к нам. Так. Ладно, это я заморозил. Все, топор не трогаем больше, не возвращаем. Тогда вопрос, как зацепиться за крюк? Ну-ка, Атрей, соображай быстрей. Лиоста! Чё Лиоста-то? Ты давай думай, что надо сделать. Как зацепиться-то? Что сделать? А, все, я понял. Телегу надо сюда. Мы ж телегу поставили, а сейчас ее можно туда подтолкнуть. Давай. Сейчас мы, значит, телегу зацепим. Вот. Все четко. Подходит. Подходит. Теперь давай лезем наверх. И я хватаю топор. Мы сейчас зацепимся. Поехали. Поехали. Мы поднимемся к самой вершине? Это не знаю. Мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Что-то мы очень высоко летим куда-то. Не самая вершина, но близко. Вот. Новая локация, вот ребята. Этот целый. Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его, привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Ну-ка, пацан все знает, смотри, он молодец. Сейчас осветит. На, это смотри. Шарик какой-то воздушный, да? Или что там, он наполняется воздухом теплым. Ого! Фонарик небесный. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Поднимитесь на вершину. Но это мы сделаем, ребята, в следующей серии. Всем спасибо назад. За просмотр, пока он на трее чуть не сгорел. Назад вернись. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ребята. Всем удачи и всем пока.